По поводу... Что мы сейчас будем? Сендрак карта, да? Сейчас сендрак карта. То, что по центру, у меня есть мысль, что нам надо проходить вправо, и вот справа уже заходить на поинт. Через бабку желательно. Потому что через батиста я не представляю как. Ты говорил лучше не справа, а чтобы зеркально для обоих карт. Со стороны поезда, например. Со стороны поезда. Со стороны киношки, я бы сказал. Почему с той стороны? Потому что с одной стороны поезд, а с другой стороны киношка, или как это... Там с обоих сторон поезд. Так нет, в центре города нет. Почему? С одной стороны поезд, а с другой кинотеатр, где Мегас. Там я не обычно... понял, я говорю зеркально для обоих сторон. Мы начинаем там справа или слева, грубо говоря, на карте. Ну, киношка и поезд, типа, ну, ну, киношка и поезд. А он мне говорит, что у нас справа киношка, а слева поезд. Типа. Ну, извини за то, что путаю. Типа, я-то имел в виду, говорит так, чтобы мы, типа, понимали для обоих, типа, этих ситуаций, когда мы, ну, у нас типа, слева или справа будет. Просто назвать стороны. Но тогда в святилище как понять, какой из барабанов? Какой из барабанов? Правый там или есть центр? Барабан, который близко к обрыву, а есть, который далеко от обрыва. Барабан обрыган. Да? Не, ну там есть большой барабан, который он близко к обрыву находится, с мегой рядом. А есть центральный барабан, точка. Короче, центральный барабан это будет Якубович. Блядь, Якубович. О, как раз центр. Как мы играем? Через правый или лево? О, блядь, через поезд или кино? Сначала мы идем к Якубовичу вообще-то. А? Через кино? Через кино. Через вот сейчас для нас левая часть. Так, я сам поясню. Я не помню, что мне пикать. Зарю, да? Иди, смотри. Подумай. Проходим через кино, в случае, если у них фар, просто... Сразу отсюда. Здесь, к этому проходу, здесь выход есть. Сразу ТП. Да, бусты не юзаем, бусты именно под заход. В них. Ты с прыжком еще телепорт можешь дальше поставить, да? Там же тем более вон впереди, видишь, прямая. Ну, посмотрим. Участок типа. Так, все, уберу граффити, чтобы... Нет, я смотрю, что я пикать должен. Да, зря, я угадал. Иди к нам. Из двух танков не угадать! Ну, блядь, два танка? Мне аж плохо стало. Прожимаю. О, тут можно пройти слева? Да, кстати. Вот представь себе. ТП. Гоу. Проходим. По центру. Слева. Анза, манки. Аня, у них. Давай, манки. Приса. Бабло нету. Диво одно. Приса половина. Я бабку. Три патрона. Мне нужен хил? Я сзади? Анза одно. Я сейчас приса задушу. Приса в бэкмайне. Присалот. А почему у нас с... Заря так далеко оказалось? Это как? Я не понял, куда... Мы пошли налево от Я пошел в бак немножко, вперед прошел и все. На топе. Манки на топе. Пошли через лестницу вот эту. Сейчас манки упадет, аккуратнее. Давайте я поставил ТП, зайдите в ТП, пожалуйста. Бабло нету? Зашли, мы потеряли одного. Да. Мы потеряли саппорт, это регрупп. Ну, да, мы потеряли Ладно. Регрупп, давайте просто в поинт зайдем через правую часть. Через поезд. Погнали. Ну, сейчас нано будет, так что все окей. Манки на фига. Подожди. Направо. Проходи. Заря идем, убьем. Кому надо? Заря идем. Драконы будут. Наверное, Райну либо Заря. Кому-то из танков. Ну как улетел? Нет. Драконы. Жом Диву одно. Я в степи. Мне дресса убил. Аня. Зайди трейсер. Аня минус. Без мины посередине. Я турельки расставил. Манки. Минус. Бэби Дива слева. Можно мне пикнуть Дива? Я не чувствую здесь комфортно себя на заре. Ты должен чувствовать себя более чем комфортно здесь на заре. Это скрим, так что давай привыкай. Тут заря где-то. Здесь более чем спокойно ты должен чувствовать себя на заре, лучше, чем на Диве. Мы не на комфорт играем. Я же на симметре остаюсь. Они направо идут, наверное.
Я троллей поставлю. Пока нет, пока на центр собираются. Просто я тоже центру. Манки, манки, манки. Стенку поставлю, можешь бить. Найс. Они, у них бустер, но... Бесапу, 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 бесапу. Хорошо. Где Димяк? Еще половина. Наши боссы были в сейфе. Да. Чего? Нет, это вражки. Что-то там, не помню, кто-то был лоу. Я решил сейвить, может зря. А чё не сейвить особо? Вас. Я думаю... Вас заряда. Вас боссов-то там нет. Они без боссов, так мне... Нет, банки. Банка. Они тоже даже... Найс пик. Они без боссов, чё, без этого? Без чего ещё? Бомба Диви должна быть. Трейсер, Трейсерки номера. Зря-зря, Бабл, держи на кого-нибудь сейчас, кому-нибудь. На балконе. Манки, макак по центру. Давай, макак. Манки лоу, манки лоу. Манки, давай, манки, 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 манки. Трейсер это один. Мне граф есть. Сейчас трейс выглядит в манке, и я сду граф. Мерс. Килл вас один. Манки, 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 манки. Зря. Ханза. Помогите Ханза. Бегу. Я трес убью. Она ушла. У меня шаттер готов. Я пройду немножко вперед. Поаккуратнее. Отходим, отходим. Манки половина. Манки, 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 манки. Бомба дивы. С нами. Хорош. Ты чуть не успела за стенкой. Манки лоу. Манки одна хп? Манки лоу хп. Хорош. Не убил манки. Я точно понял. Манки, манки. Стой, я точно. Назад, не назад. Не бабл, не бабл, не бабл. Бабл рейн. Верди, верди. Драконы. Ханза. Я в Ханс пойду, я в Ханс пойду. Все окей, все. Давай, давай, давай. Хорош, треса пришла. Манки. Ханс, ДКП ушел. Треса половина. Минса лоу. Минс мертв. Бабка с сайтом. Не, ну пингу нормально так отбупал. Я уже думал, типа, стенку поставил, все прекрасно, жизнь прекрасна. Он меня выбупывает. Ну, типа, он прыгает. Он прыгает в одиночку, я просто ставлю щит, и его никто не хилит. У него ассист от второго танка слабоват. Так, что мы здесь пикаем? Дизи Дзен, да? Пикаем дайв. Это Дизи Дайв. Это светильщина. Что, не читали? Да, не читал. Бригитта, дзен. Так, вы куда едете? Потому что я еду на правый барабан. Давайте поменять с местами, типа... Потому что я хочу со спины к ним заехать. Я иду слева, на светильщик дальше. Можно я скажу кое-что? Через право. Давай, я просто хочу сказать, что у нас как бы айсберг в основном играет на дзене, поэтому я предлагаю айсберг брать дзена, а не... Ну, я как уже говорил... На дзене, а я... Ну, можно, в принципе. Его. Я уже говорил то, что брига более, как сказать, необходима в скилле, скажем так, пока что. Давайте так. Нужна уж лучше более хорошая Бригитта, чем более хороший дзен. Тем более у нас Света флекс хил, так что... А, да, дзен... но наш флекс хил в основном играет на дзиньяте. На Бригитте она тоже. А дзиньята мейн хил как бы в этом сетапе. И Джонок как бы тоже играет дзиньятой. При этом он бабка и прочее. Пошлите, играемся. Не забывай на меня арбу вешать, пожалуйста. Так. Так, так. А, мне получается. Ты на фаре собрался? Мне налево. Я на фаре, да. Я умный. Я знаю. Ты же сказал справа, понял? Я справа. И я потому что думал, я с другой. Они Брыль через справа проходят. У них брол, у них брол. Я сейчас буду заезжать. Готовы? Цена, Аня. Yep. Давай, я факт. Половина. Рейн хак. Рейн поднял. Я на анке. Анка одно. Минус. Не минус. Ханза половина. Где Ханза? Ханза барабан, Ханза Якубович. Ханза хилка, хилка нужна. Люсё лоу, люсё лоу. Люсё, ДХП? Люсё лоу, люсё лоу, люсё лоу. Заря, заря лоу, заря лоу, заря лоу. Заря, 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 заря. Заря, 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 заря. Люсё бьём. Генга хак, генга, генга, генга. Генгу, генгу, генгу. И Рейна потом. Хорош. Забираем. Сейчас чуть дальше, сейчас саппорты не показываются до последнего. У них солдат появился. И Макри. Анка впереди всех стоит пока что. Так, да, бабку шотнул. И Хок появился. Они пока на центре собираются. Я...
А не-не-не, они на Леброван. Они у меня. Я прям за Макри иду. О, давай в Макри. Все, да, Алёша. Где Макри? Где Макри? Мы его убьём. Всё, забей, забей. Лоу HP кто-то стоит. Еду. Просто нас еще половина. Еще лоу. Еще хак лоу хп. Бабку можно. Бабку, бабку, бабку. Сфера на солдате. Солдат с ДКП. Солдат больше нет ДКП. Сфера на хоге. Солдат с ДКП. Хок-хок-хок-хок-хок. Давайте хок-хок-хок-хок. Ну, выпнули. Он лоу. Он лоу. Мёртв? Отходим. Всё, отлично. Открыли. Не века есть. Там макри пришёл. Подожди. А, хотя... Пойдите прикол. А, Зарька, Зарька мини, Зарька мини. Так, я убил Анну. Макри лоу на мне. О, Зарька 1 на, Зарька 1 на, Зарька 1 на. Минус. Люсил хак. Не справа толкует. Люсил лоу, Люсил лоу. Хога можно. Хог справа, хог справа, хог справа. Давай, хога, 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 хога. Люся. Я откажу. Так, я сниму, я умер. Люська. Хватит прожимать ульты просто так, успокойтесь. Там макри половина. Отойдем, успокойтесь. Максимальный ивент. Вы без танков. Нас просто от поинта по контестим немного и все. Дождемся танков. Макри лоу. Так, у меня мека есть? Я снимаю, репикаюсь. Все по центру. Так, я сейчас влетать буду. Все на хватит. Хог на одну ты. Давай солдату. Выпьем контролем. Я баб поднял. Баб я поднял. Солдат иду, солдат мертв. Так, я лоу хп. Люсил в поинте, Люсил в хак. Люсил лоу. Люсил, мёрт. Хога, хок ультует. Сфера хок. Бэби Дива в поинте. Бэби Дива? Дива, найс. Вообще страшно. Дива, два хитскана. Ну хорошо, что они... Я хочу, знаешь, что хок был очень слабый у них. Ну да. Ну, что ты хочешь от ребят, которые ниже тебя рейтингом? Пингу 3500. Ну, один пингу не решает всего. Вот типа было бы два мастера. Зря? Было бы два мастера на разных ролях, вот тогда бы имел смысл. Тогда бы они. Лучше все платина. 2800. Я тебе говорю, когда вот два мастера, например, в команде, это уже хотя бы что-то делает. Потому что они хотя бы вдвоем могут что-то вместе скооперироваться. У меня так было как раз, Сигмус и Шой хорошо работали вместе. Собираемся, давай поджимаем. Да, сейчас здесь Батиста. Все направо, все поджимаемся именно. Батиста. Так, я же ту взял. Анна Батиста. Ну ладно, оставляем Анну. Не, Батиста! Да нет, просто, а, чё, да, Рэнг здесь. Бабку. Бабку, ну как? Да не, у нас здесь гравитон с этим можно с окном сделать, либо просто на зарядку. У нас и Вьюга, и Ханза для этого есть. Более чем. Она на Райан хотя бы что-то будет. Потому что у нас под спам окна не настолько много. Это тогда соло. А вот здесь я не соглашусь, мы их можем окном фаерстрайком принимать в этом. Ну. Чёлков. Нам нано некого давать, ну как нано давать, Рен или меня? Право. Они слева. Рен отрежем? Не Дива. Отрезал. Давай. Дайте мне заряд. Диву. Я плевался, не даю, нет бабла. Дива. Не отхилили. Рен. Лоу щит у него. Все, счета нет, Рейна. Рейн один, убить, убить. Заберем. Нет, не заберем. Все, это регрупп. Отойдем, я стенку поставил, отойдем. У меня 70 кп, есть хил? А, у нас хила нету. Отойдем до конца, отходить. Отдаем поинт, спокойно, все. У меня скоро морозка. Пошлите слева, что ли? Можем. Пошли, перетягиваемся налево. Они здесь. Дива, точно. Ничего. Давай, отрезаем. Дива лоу. Рейна? Заморозь, хорош. Спасибо, Ханза. Дива. Все, Дива. Дюмер 2? Ханза половина. Бабку. Отрезал относительно. Все, забирайте поинт. Генга поинт. Генга пошел. Бабка умертва? Оба.
Поднимаемся, проходим поднимаемся. Проходим на топ, Душим Рейна, душим Рейна. Ой, я криво посетил. Так, я сдаю граф. Можно? Можешь. Стенку, 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 стенку. Нету стенки. Морожу, морожу Диму. Я вас не вижу, зачем? Назад. О, блядь! У нас Дзен с меня. Этот. Генжи. Ну только один. Да, Рейнлоу. Я просто контест до последнего и все. Мы не идем. Те, кто выжили, те, кто резнулись, не идем. Все. Отдаем поинт. Не идем. Проходим также налево. У нас так, я верю в Люсю, блядь, я Люсю. Ана, и дракона. Я верю в Люсю, я мог дать бабл. Ну, короче, пока вражеский рейн не начнет получать эффект замедления, мне лучше не чаржиться. Я с вами. Да, ну я не успеваю просто дойти до него, он еще и щитом стоит. Хан, зайдем со всеми. Мел, давай. Пошли. Проходим. Криво. Я лег. Так, мне хеллоу. Так, мне Рейн бьет, очень больно. Так, я полагаю, у вражеского Рейна уже есть шаттер. Может быть, да, есть. Зал вроде. Нет, я в смысле, он уже убил меня и еще кого-то, нет? Так. То есть, по идее, они... Меня зуб убил. Ну, он меня убил, у тебя. Мы лоу были. Ладно, еще раз. У них хуй там ничего не должно было. Генжи, тебя он завал. Диму, а, ну нет, банки. Один на поинт. Ты стоит на поинте. Я тащу поинт. Я поинт иду. Не дайте рейсинг. Ханза одно. Я лоу хп. Диму лоу. Мерси одно хп. Отбираем поинт, Генг. У меня вьюга будет. Точнее, есть. У меня граф будет сейчас? Один, не пушим, у нас зари нет. Один рядом с поинтом. Я иду по мейну, если что. Спасибо. Они так. Налево, нет, направо идут. Орленок, смотри аккуратно. Процент кинули. У меня граф 4%, я там граф, тогда бью куда возьми. У меня шаттер готов. Минус ханзу. Душим. У меня нет. Я сдаю сам. Кеджинейт. Бабкин по 2. Дива. А можно еще больше ртов дать? Контест, в любом случае. Меркалоу. Мерка одно. Ханза лоу. Ханза мелоу. Где? Ана. Ой, мерка. Окей. Мы отвратительно сыграли. Отвратительно. Да не, нормально, лучше с мандалорцами. То, что под конец все ульты сдали, это пофиг, это был контест. В любом случае, у них 99, у нас 97. В любом случае, надо было ульты сдавать уже. А то, что тебя не дождались, ну, там шатр прилетел хороший. Не, я пришел, все нормально было. Мы там шестером брали. Ну, так там и шатр прошел тот... По двоим только. Ну, какая разница, двоих положил, я морожу троих в это время. В любом случае, минус 3 это уже неплохо. Так, получается, мы свои три карты будем отрабатывать. А мы на сколько скрим взяли? Честно, не договаривались, на 4, на 2 часа. Поэтому... 4 часа? Нихуя, неплохо. Обычно ли за всю неделю час отработали. Ну да. Сверхплана, вот эта картинка, знаете, вы? Заскримимся до смерти. Будем скримиться до тебя, пока
Мы не сможем удалить мудоловцев. К сожалению, с кремами это не лечится. Давайте играть 12 часов в день. 12? Да, я не согласен. Я работаю. А я есть? Тоже. Да. О, блин. Не, это как бы опасно, а есть. Чай пику на пиздрол, сейчас посмотрим. Есть во время игры. А. Карты. Здесь чисто брол постоянно. Ну, я без понятия, о чем еще играть на этой карте, кроме броула. На самом деле. Да, на самом деле можно как-то даблшот и стать на ХГ. Защите именно. Защите, говорю. Ну, против таких вот команд можно дай в обороне сделать. Типа через Камиказ с Уинстоном, Сомбра и Эш, по-моему. И Мерси с Иньятой. Мы так в Team Fury, короче, отыгрывали, и было забавно. Я умею болом здесь играть. Но только проблема, там в Team Fury более скилловозный. Я прошу. Так, я прокидываю Fire Strike. Где мой второй тапок? Не холодно. Вот он. Помещаюсь? Они, по-моему, бабл один. О, я просто Рейн здесь уже. Все, они без баблов. Рейн половина. Я без плащ. Рейн лоу. А Рейн лоу хп. Щита нет. Бабла нету? А, они без нейда. Мы просели, давай, пушим Рейн. Рейн лоу. Внутрь зашел. Мы просели, что я не пушите. Зарку. Я на слева. Ханзо на топе. Сейчас окно будет. Рейн лоу. Найс. Биф. Ханзо на левый топ ушел. Один кто-нибудь его поймает? Нет. Я гребет. Пацаны, вы не против, если я туда на тяж сгоняю и забью? Нет, против. Уже поздно, надо было раньше думать. Нет, Найда. Слева. Нет же слева. Рейн. Пойду скоро. Так, все прошло. Давай, Рейн лоу. Хорош. Я хоть пойму. Знаю, держим. У нас Ханзо в бэке, заходите. Ханзо пускай в бэке поставляет. Дайте ему спейс. Отрезали заряд. Заряд на ТП. Заряд можно забрать. Да похуй, трек граф. Драм глаза, не лучше. Давай, хорош. А, всё. Ханзо. Рейн приехал. Ханзо 10 хп. Слева за статуей. Рейн лоу. Рейн, давай, забирай его. Ханзо справа на миге ушел. Неплохой граф, отличный граф. У нас нет слева на генджи. Я на тест-поинт отдала. Может, не окно под Ханзо поставить здесь? Можно, нет. Только смотри сначала... Пусть они подойдут сначала! Сначала дефлекта генги выбейте на... Не-не-не-не-не. Все, генга без дефлекта. Да блин, опять фаерстрайк. Рано. А Рейн один, кстати, стоит в отеле. Рейн лоу. Рейн, доберем? У нас лампа нет, сейчас генджа достаю. Генга половина. Генджа, 15 секунд. У меня сейчас шатра будет. Знаешь, что у меня шатра для генги? Лейт. Меня нет. Поймал его. Он лоу под баблом был. А, он сзади! Убил. У вас минус 2, 4 осталось. У нас есть мейнхилл? Да. Где-то есть. Поинты. Хорош! Мейнхилл контестит. Рано. Почти рядом. Лампа есть? Вопрос. Нет. Блин, на бабл охуенно. Все, уходи. А, я сам понял, почему я мейнхилл оказался на 3 поинта, я отхожу назад. А, на ХГ был, типа, ну ушли. Я его зашатрил, ему бабл дали, поэтому он типа не умер. Да, он не сразу из-за этого умер. Дали бабл, он умер. Я вообще не помню, куда он делся. А нас сейчас снова болеть будут, надо мяуса сейвить. Мы все тут. Блин, у меня хайнун. Бах, ты морталка? Просто зайдем. Я жду твоей граф. Шатер может быть осторожно. Драконы, шатер. Гравитон, давай. Давайте первые сдавать.
Ну давай, снимай. Ребят, это вы что придумали? Рейн, отходи, дядя. Да все уже, это регрупп. Рейна поймаем? Нет, не поймаем. А и нам сейчас уже тачить надо будет. У нас времени мало. Зарка, сможешь? Давайте просто под боссами тащим. Не смогу, не смогу. Ты не тащишь, да? Вы можете Хайнун со спидбустами взять? А, нет, уже забей. Но мы сейчас... Я хотел, но... Мы этот поинт уже теряем, мы уже этот поинт теряем. Зарку можем забрать? Рейн лоу. Спасибо. А, они до сих пор не тащили? Я Анну на поинте убил просто. Отходите. Входим. А на этом углу не примем? Можно. У нас ДПС нет одного. Можете, если хотите, с боссами. Просто есть. Давай, ну, там Генджи есть, как там как бы на сейв ставить. Райна. Давай, Райна. Да, меня затолкали. Сверху еще кто-то занят. Ой, да ладно, все обилки были. Как под меня? Он замерз. Рейнхард сейчас будет. Сейчас будет. Я лежу. Найс буб, минус 2. Шаттер готов. О, нашли сутери. Успеем. Так, не могу палить, не палить пока, не палить пока. Все тут? Пошли, Зарю забирать. Заря одно. Они граф прибавились, да где то он? Она одно. Он именно. Все, мертв? Рейн один. Хан за одно хп. Я заберу с ним. Он наверх идет. Он вышел. Перепушивайте. Можем спамить их просто отсюда. Вас пятеро. Нет эффекта у Гензи. Вроде как. Рейна. Усил одно. Генджика надо забирать. Бабл рейн. Генджи наверху. Что он тут делает? У меня граф есть, да что? Вы же едете, там граф. Генга на мне. Некому заливать граф. Марчал, ты один спереди. Машите. Сможем так решить вопрос? Я с Хайнуном приду. Я Боба пикаю, ты отдачу. Давай. Можешь лампу кинуть под тебя сейчас? Ладно. Все равно не успели. Надо было мне тогда было брать. Типа напарываюсь на том, что чаш прожимаю в тех местах, когда рассчитываю, что... Да мне просто Хайнун говорит, типа, да. В чаш все равно. Я бы чувствую, чтобы пикнуть диву, чтобы сейвить от Гензи. Мне просто это надо... Это так не работает, сейвить от Гензи с помощью дива? Это как? Ну, есть съедать то, что улетает. Сейчас Гензи влетел в Ханза и Батиста, и оба убили. Ну это уже... На меня попался, я на ХГ полез, типа. Ты можешь просто сохранять гравитон под него. Но он не с блейдом, он просто залез наверх и убил. Ну он после блейда, когда все лоу-HP потерялись, типа. Слушайте, а его нельзя забрать? Потому что я сдаю басы, у нас есть несколько там секунд, чтобы его отобрать. А то он после басов забирает меня опять. И второго. Но мы чокнутый, попробуй попади в него. Налево, ребят, пожалуйста. Тогда, может быть, мои крит тогда все-таки пикнуть как-нибудь. Зачем? Давайте мои рипро. И убери видовку, ты не успеешь за нами. А что, ферст пика не будет? Да, ферст пика не будет. Ладно. А то дашь минус 3 сразу. И что тренить? А то знаем, мы сейчас особенно ферст пик постоянно летели. Мы в отель идем или как? Да, мы налево в отель. А чё бы нам рейли не отработать ферст пики-то? Ну да, неплохо. Не, ну в принципе как-то хорошо. Не, ну тогда нам сидеть ждать видовку.
Мне это не шибко нравится. Либо же идти без виду, ну, идти в пятером, как бы, без дэмэджа. Но у нас тогда получается, но у нас потом появляется оффэнглер. Но мы... Ну, как бы, они так и так все к отелю поджимаются, там, не знаю. Ребят, а то, что мы их отжимаем в спину, а вдова потом он это с нашей стороны встает и в спину настреливает, не? Нет. С нами будет. Это ты хочешь по этот финский круг типа сделать? Не-не-не, мы идем в отель налево, им в спину, они на нас разворачиваются, вдова там около статуи стоит, их простреливает просто в спину. Это, по-моему, либо финский круг называется, либо бузу. Ладно. Слушай, а вы не хотите работать типа через бестиветору бастиона здесь на перпоинт? Ну это нет. Надо натренировать сначала, а не на время. Подходите, я прожимаю. Не, это скрим, отрабатываем здесь. Это надо хотя бы просто... Крим отрабатывает так, то, что ты уже хотя бы до этого отработал. Также в отель. Отрезаем и бьем саппортов. Готовы? Подожди. О, шли, пошли. Проходим. Давай. Морожу. Давай, забираем его. Мёрз. Зарю. Генга мороженый. Мороженый Генга? Ну, типа, салат. Когда я мороженое, я говорю мороженый. Ну, я не в плане, чтобы подготовились на всякий. Там солт еще. Знаете, что я не вижу Зарю, а кричу заря. Солдат не вошел. Правильно делаешь. Со мной и... Марин остался тут, да? Вот он. Да. Пусть он все тащит. Без депсов и мерки они. Я мерку иду сзади. Я телок морожу. Сори. Я разберусь, да, иди к остальным, я здесь разберусь с бабкой. Ну, мы пополам поделились. Просто хилов отрезали от какой там. А может хиль тогда? Не надо набрать сюрту. Я подожду, да. Радар на Рейнхарде. Думал. Кидр спутат. Просто поспамим пока что. У них в принципе нет того, кто может убить сразу. Поспамить, мне надо хилать немножко. Я могу здесь, кстати, с Ники шаттер сдать. Так, можешь хилить. Ну, а, блядь, промазал фаерстраком, блядь, ну ладно, ты видишь. Давай, я, меня прощали? Отойдем. Примем их вот здесь. Отрезать будет легче. У меня шаттер готов. Его тоже. Отрезал его ото всех. Не знаю, зачем. Рифтинг, забейте. Раз, два, три. Найс. Райан лоу. Эй, да? Всех забрали, хорошо, довольно. Три на пейлот забираем. Не, нам надо отработать Fire Strike Window. Ну да, это не то, что мы с тобой комбинируем. Рейна. Не, все, забейте. Рано поставим. Просто спамим, он сейчас хочет шаттер сдать. Ну что-то не то. Давай, он лежит. Шаттер бой. Отвлекаю Аню. Я заблочил? Или как-то лег? Все мороженое. Меня просто уроном задавили. И шаттер уже сквозь баблы проходит. Макри один. Довозим. Нет, так вопрос. А тебя что положило? Слип, получается, или шаттер? Я словил весь контроль. Так, ребята, я слева стою, я грамм там сюда. Мороже было. Дум-дум-дум-дум. Лоу, минус. Мерка половина. Нужен хил заре. Слева. Победил. Болу заблочил. А, меня он выкинул. Лоу. Мерси лоу. Мерку. Дума. Хорош, чёрт было. Было. Шарик. Паладин. Море предмет. Море слева, море слева. Море справа, море. Паладин один. Ау. Мойра лоу. Мойра как вам? Что дальше? Его выкинули, найс. Лусил лоу. Дайте всем собраться. Дум лоу, дум мёрт. Всё, триса. Болт справа. Минус, нет, зараза. Мойра справа. Мойра лоу. Заблочил его. Дум прилетает.
Туман. Дум минус. Демьяк. Трейсон. Луська. Трейсер лоу. Трейсер. Господи, я дал так мало шотов за этот контест. Ничего страшного. Как морозить хомяков, господи. Левый на него зажимаешь и все. Да он крутится, я что-то не знаю за ним. Может сенсу повыше поставить? Повышай сенсу тогда. У меня сенса низкая достаточно. А, нет, здесь срабатывает такая фигня, что ты просто его стенкой из. Ну нет, я пытался, типа, я ставил стенку, и он типа стопался. Потому что хомяка при уже разогнанном состоянии очень сложно морозить. Типа, если только в него кто-нибудь еще один контроль не вобьет, тогда это бесполезно, считай. Только если встать на пейлу, ты просто вокруг вот так вот You spin me right now, baby, right round. И хомяк тогда под эту песню Ice, Ice Baby. Это Богр же точно так же встал на пейл и с помощью Тесла пушки Уинстон хомяка трэчил. Oh my god, this tracking, dude! Если бы я выиграл бы здесь на ДД, я бы пикнул Бастиона. Пожалуйста, пихай. Если бы играл бы на ДД. Но я не играю здесь на Бастионе. Ты хочешь на танк поиграть? Пихай. А, у нас деф. Да, мы. Пацаны, я немножко перепутал. Мяс, ты хочешь на танк поиграть? Нет. Вот ты можешь пикнуть Бастиона. В общем, что я заметил по поводу вражеского Рейнхарда, мне стоит shift сохранять на его чардж, потому что я вроде успеваю его поймать на нем. А после этого они вливают в меня слип, они вливают в меня потом еще шаттер, следовательно, я не могу встать и вас сейвить. Это вот как раз и произошло на последнем поинте. На последнем поинте я забыл, что шаттер не блокируется баблом. Но тебе просто нужно было подождать слипа, чтобы в меня слип не попал. Не-не-не, тебя пришел слип, ты начал подниматься, и тебя шаттер прилетает. Я знаю, что у него шаттер, я стою тебя просто баблом. И мне бабл ломается от шаттера просто. Я кладусь просто. Все на местах. Ну, в общем-то, они как раз и подловили на этом. Избрал просто. Не трачь ты. О, бабка на топе. Без неда. Если выпалишь. Минус. Хорош. Я пошел угол держать. Не отпускай сюда. Из матрицы лоу HP. Рейна можно? У него щит треснул. Пулю. Инган на топе. Генган. Высел лоу. Могу Генгу пульнуть. Не-не-не, все. Убил. Я на топ возвращаюсь. Они типа вообще взяли и пригнали нас на топе? Да, они... Они решили пройти просто дальше, а мы Сигмой настреляли через топ. Ну так это и работает. Если они не отберут топ, то они берут опять. Все, давай по Уинстону. Работаем по Уинстону, по бабке. Уинстон слева. Так, сейчас приду по магазину Ханзу. Пулю бабку, пулю... А, бабка по центру. Я контещу через угол, оказывается. Дива на мосте. Я упаду. Я не могу для меня остановить. Пуля бабка. Да нет, ее. Они отошли. Винстон резнулся. В общем, тут я налево. Я этот угол буду, получается, конвейта держать. И давайте где пойдут. Манки под нами. Манки за мной. А, наполовину. В меня, наверное, будут. У вас манки сзади, манки на мне сзади. Блю манки. Минус на одно, минус. Я сплю. Бабка на пейлоде, Ханза на топе спрыгнул. Генджи сзади на мне, он один. 10 хп. Где Генджи? Я не пойду за... Умер. Я с другой стороны. А, на респе, я понял. Дохиливай, чарм туда. У нас визор окно. Оставляем просто визор окно, наверное.
Я тебе, наверное, свет советую все-таки опять на ХГ стоять. А я не успела подняться, я увидела манки, и они уже в меня полетели. Немножко рано. А? Да. Ну, вроде нормально. Ну ты пик дал, молодец. Я? Кто это осознал? Хан за левый мост. Они просто решили суициднуться, типа, что им оставалось, правда ведь. Я здесь могу бонго поставить. По мейну бегут, по наполовину. Выбили пассы. Бабка на 5 же на пэлоде. Бабка лоу. Да мне на топе. Хан за лоу. Хан за пуля. Дива лоу. А как на мне сзади? Бабка на... Меня сейчас забьют. Усё лоу. У нас вроде саппортов не было, да? Скалу. Манки лоу. Всё, ребята. Манки нихера не лоу. Так, чё, здесь меняемся на рейнер. Для его формы 1000 хп он был лоу. Ну я ещё не умер, типа, ребят. Ну ещё успеваем на тесте. Здесь транса, они сейчас генджика дадут. Ну как раз. Успеешь? Начинайте. Лучше на контест. Нету трансу. Винсон лоу. Я умираю, потому что... Стоило, может быть, даже пожертвовать трансой, чтобы законтестить, мы бы спокойно выигрывали. Слушай, там генджи святой. Да и что? Ну и что? Транса вас спасет. Отходим на топ. Ну, а мы потеряли поинты, и теперь еще 3 минуты пыхтеть, а могли бы законтролить одного генгу. И выиграть там уже. Винсон половину прыгнул. Давай. Генга половину. Поле убрал. Генга лоу. Манки лоу. Манки мёртв. Дива лоу. Я уже хил, я на топе. Не отходи на термин, не отходи. Реснули. Генга половина. Убил. Хил нужен, я снизу бегу. Манки сейчас прыгать будут, на. Батист лоу. Дива лоу тоже. Помогите мне. Дива лоу. Хорош. Мёртв. Винсон на мне... А, нет, он не допрыгнул. Генга. Генга мёртв. Хорош. Винсон сейчас будет прыгать. Без джампа. А, был. Когда-то. Бейс джампер. На топ. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. Господа, давайте вот здесь вот сейчас их примем. Со мной Ханзен. Я тогда слева стою. Ты, да, а с тобой солдат пускай. Там летят. Винсон лоу. Пуля. Окей, я Генгу убил. Винсон манки. Да, всё, чё там? Они без реса. Так, Генга, больше не надо ультов. Они снизу или где? Снизу. Ханза половина. Батис половина. Купол поставили, сломать можно. А вот и первая смерть моя. Либо знаешь что, тогда ты на тот угол встань, потому что если тебя дайвят, то ты ничем не защитишься, кроме камня. Фокус по Винсону, Винсон уже лоу. И они сейчас нано накопят. А, у них нет нано. Винсон половина прыгнул. Не долетел. Давай. Да, Генгу. Винсон на Ханзу. Винсон. Пуля Дива. Хватит сдавать ульту просто так, ребят. Что происходит? Расслабьтесь. Я понимаю, трудно держать ульту так долго, но типа расслабьтесь. Я сейчас буду подходить к мосту, сдам бонга. Давай, я с тобой затоплю тогда. Либо они когда не прыгнут, либо когда манки. Давай чуть раньше. Давай сейчас. Сломаю щит. Манки можно забрать. И без щита лоу хп. А, на телеге двое. А, и все? Да, все. Объясните, пожалуйста, почему флешки можно остановить меку, а камнем нет? Можно. А, стоп. Я только что кинул камень, она не остановилась. Можно станом Бригитты, можно флешкой Макри. Ну, а камнем нельзя. Камень наносит больше урона, чем... Флешка и... Так, ребят, теперь мы не договорили тогда, как именно будем идти, через Броул или через Дайв?
Сначала ну, пробуем. Через брол, я думаю, сейчас пройдем просто по мейну, я думаю, их просто передаем. Нет, не по мейну, мы идем. Я имел в виду бровл, чтобы занять топ, когда там дабл щит стоит. К примеру. С мейкой. Просто зайти к ним в упор и все. Со спины. Я. А мы не можем просто спуститься, как они прошли, потом по лестнице подняться наверх через буст Люсию. У меня Канду или Крипер? Они легче. Если мы идем сейчас через левую к ним, то Ханза. Ой, Рипер, да Рипер, господи, путаюсь. Я не понял, что Марк сказал. Если у них дабл щит, я тогда, наверное. Не, наверное, тут Батист лучше будет. У нас все-таки close range есть, да? Ну да. Все будет здесь. А мне брать, наверное, Дику, если у них дабл щит, чтобы все жрать. Ну, можно и под баблом просто пройти. Да, в принципе, можно, да, и Дику. Тут еще и КГ есть, а вот я просто КГ просто отбивать Дивы. Пытался как можно меньше Дивы вписывать. Просто тогда все через лево проходим. Все через лево. Сразу налево. В смысле через лево ему? А, просто... Да, через лево. Я думал еще по левому мостику. Ну да, по мостику. А, то есть мы игру толкать не будем пока, да? А, да, да, да. Главное выжить, а потом ХГ. А потом да. Просто проведем на ХГ. Типа, мы главное выжимаем на карте, это единственное ХГ, а потом просто броблим их. Или как, или на следующей половине карты. Выжимаю. Мерка в упор стоит. Ушла. Заберем ее. Ладно. Да, пошли налево, налево. Да, у них 2 щита. Они стоят на мейне. Проходим просто на лестницу, деремся вместе. Проходим, проходим, проходим. Лёв. Лампа нет. А, зря лампа, ладно. Проходим, это проходим я. Наверх. У меня уже щитов нет. Алиса внизу. Ладно. Солдат отделён. Макрилоу. Мороже всех. Хилы лоу HP. Сигма упал. Без депсов. Сигмалон. Алексей мертва. Немножко сумбурно, Лусио, да. Лусио идет к все остальные идут дальше. Сумбурненько. Ладно. Ну. Господа, я вам сейчас покажу. Лучше лампу так не сдавать. Пусть матрица так накроет. А у меня просвет. Подлететь могли. Дайте им угол. Блин, это уже проблема танков. У них рейд появился. Рейд заря. Господа, скажите, когда они прям подо мной будут? Ок. Да, практически. А, под меня пустительно. Ранее еще там. Ладно, лоу. Есть пик. Это если бы не мы... Можем Райна забрать. Ты лоу. Я отрезал их. Можете забирать. Нет банки. Нужен хил. Просто вы в большинстве. Можете спокойно душить. Мерка лоу. А, наполовину. Мерка в опене, да. Мороже всех, давайте, заходим. Они отдают... Анку. Нас мерка за... Рейн половина, лоу. Чё-то мы не зафокусили хилов мороженых, ну ладно. Генгу забираем. Лусио остается поинт... мы регруппаем. Ждем Диву немножко, пока к топу двигаемся. Просто пока продвинем груз. Давайте кто подумает. Да, спокойно, мы... на самом деле. Мне мека, если что. Они просветку кинули, наверное, уже на то. Да, просветку кинули. Так, вы, наверное, идите все наверх, а я сейчас... Они на то. Они все снизу. Отходите. Они внизу. Отходите. Просто спрыгнем сейчас на них отсюда. Давайте. Давай, забираем. Все, забирайте мерку. Мерка резет. Все, генгу забираем. Я банки попасть не мог. Забирайте генгу. Хорошо. Я Хансу купил призыв мечи. Рейн приехал. Рейн. Давай, Рейн. Я понял. Забейте. Зарьку забрать, видит. Закрываю щитом, Марка, зайди за стену. Лёш, взять щит хиль тогда. Из-под меня. Да все? У меня уже щитов нет. Я с дальнего бегу. У него граф должен быть, да? Да, гравитон он не сдавал. Дефлекта нет.
О, я кое-что нашел, прикольно, ладно. Райми щитов, райми щитов, душом, 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 там еще и мерка. Так, ломали щиты, вроде щитов нету. Да, райми считай их. Крап, дракон у них есть. Но, рубит шатром, и гига. Отрезал, отрезал. А, нет, дырка, дырка, видим. Райми щита. Так, меня чаржнули. Перегруппаемся. У меня морозка будет. Можем даже морозку рипер просто дать потом. Ничего себе, мне еще да, твой морозки. Ну, 20% я не буду сразу сдавать. Я буду следить за тобой. Преимущественно сбить баблы и сдать за морозку. Все направо на топ. Направо на топ. Все не взлетай. Все направо на топ. Зарем внизу. Они сгаем вниз. Райан, Кенга отрезан. Кенга. Ладно. Сходи назад, проиграем файл. Отлично, пусть дают ульты. Пофиг. Они шатры сдали? Да, они да. Шатры сдали, они сдали щит дракона. Все, проходим. Рейн, если они опять на топе, то же самое, а только не залетайте в очереди. Давайте вместе зайдем. Уходите пока что. А Райан, здесь как раз. Я бегу. Они все на топе, Сдавай, сейчас будем ульты. Зарьку забираем. Все, проходим. Мерка по... Здесь еще Генга остался. Генга. Подпушим немножко. Них, вообще есть место ханза. Райна принять. Райна. Еду. Диву морожу. Райн лоу. Дива один. Минус ан. Да, мой. Райн. Райн морожен. Пришел. Макри лоу. Мерка. Пойнт. Давай, мир. Отбираем пойнт. Сзади. Генга идет. Я такую хрень сделал, когда мы там пошли там по верху. Я пошел в саппортов. Сдал бегу. Мерка начал убегать от меня, Анна, я не знаю, куда делать. Мерка убил. Ну вообще, не сплитайтесь, танки. Я там просто сплит. Типа я пошел, на двух саппортов на себя взял. Вот два саппорта убежали в команду, и там, наверное, пропушили из-за этого. А, да. Ну, ребят, вот, все, любимая побегает. Что мы делаем? Мы закрываем игру, как бы. А давайте мы скажем, что мы удаляем игру. Не, давайте напишем тех луз сразу. Мне досрочно билет в Overwatch 2. Дали. Пожалуйста. Я пошел тестить. Да. Ладно, давайте подумаем, что мы здесь будем пикать. Через даблшит или через Райнзарю? Вы хотите здесь? Я вообще без понятия, да, в обороне. Даблшит. Ок. Я пикаю, да. Наверное, Макри. Можно даблшит в обороне, а этот брол проходит. У меня промежу. Мы отнимать этот правую мегу хайграунд. Создать туда нашего саппорта. Либо на атаке я предлагаю вообще макаку Зарю взять. С фарой меркой. Типа потом дабл... и ханзы. Мы обычно играли просто. А зачем можно нам ханза, если сомбра Да, сомбра фара пусть в атаке. Типа, но если манки влетает вместе с фарой, то мне проще помочь на сомбре, чем на ханзе. Ну да. Но в любом случае... Чем почти спамить. В любом случае, я должен сопроводить, получается, Зарю с нашим инхилом на хайграунд. Да, я могу, в принципе, деду и бабл, ты прыгаешь, я дальше сам как-нибудь подхожу, и все. Пока все накликаются на тебя и на фару, я могу спокойно, наверное, подойти. Да нет, просто чтобы... Потому что если я прыгну туда, я по-любому быстро умру там. Ну, по идее, я не думаю. Я думаю, расчет типа будет за счет того, что ты прыгиваешь, даешь мне заряд, плюс еще фар настреляет в этот момент. Конечно, я думаю, типа сделать тебе вообще просто прыжок и сразу как бы прыжок, удар в руки и назад отходить сразу. Ну, я в принципе так и делаю. Ну вот. Только это не отменяет того, что они нажимают W и просто такие смотрят вниз. О, у нас обезьяна. Оп. Подожди, а ты прыгаешь как? Напрямую? Смотри, или
Я вот могу смотри, скинуть вот просто всех. Да нет, скинуть, а ты запрыгнешь. В принципе, да. Да не, не надо. Просто лучше бомби кого-нибудь, сквишей каких-нибудь. Я тем более на них Теслу наведу, если увижу их. Ну я как всегда. А лучше спрыгивай, если приседаешь там. По супершкам. Вообще, слева пролететь просто к ним в бэклайн через окошечки. Потому что если меня не будут дамажить, то типа нафига мне падать, я могу ну, просто... Ну тогда жарить, ждите меня. Так, без проблем. Не, я не против на этой карте играть вообще какую-то, типа... Нет, я предлагаю тебе попробовать сейчас слева ну, через окошечки да, пролететь. Манки зря подождут, я справа пока хакну мир. Можете просто пофидить на она немножко. Я да, буду выходить такой, говорить привет и... Ну да, не надо видеть Анана, я не захиливаю. Нет, а? Ты выходи не лицом, а попкой. Ну да, чисто так, немножко. Я буду заднюю ногу высовывать. Здрасте. К чему пришли выводы? Ну, то, что Дервин стоит, красуется перед ними спиной. Фидер на манке будет. Так, сейчас тогда приду. А мне как играть? Типа, я иду как-то мне проходить влево или по мейну? Подожди, смотри, включить эмоции Танис так, чтобы у него это задняя часть. Да лучше налево не идти, потому что тебя могут просто выжить оттуда. Ну, я и думал, тебе не надо. Ты можешь по мейну просто стоять, тебе оттуда удобнее бабл давать. Не, в смысле после бабла. А после бабла дальше, наверное, проходи по мейну. Надо, когда у нас пик будет. Типа, если мы дадим по ним пик, они уже все равно начнут перегруппировку устраивать у себя. Если пока большая часть еще и спрыгнет назад, ты можешь просто на топ залезть. Там козырек есть для тебя. Ты взял алмаз на ТД? Да. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Офигеть, когда ты успел столько матчей сыграть? Ну, друг приезжал на 8 марта, и мы с ним прапались. Хочешь соревновательный режим? Сыграно 5 матчей. А у меня, посмотри, сколько. У меня аж целых 9 на саппортах. У меня вообще в планах, знаете, какой я прикол? В этот воскресенье я хочу запустить стрим, и на стриме просто не выключу стрим, пока не наберу платину на ДТ. Я буду заходить и писать нигер в чат, ой. Ты стримишь, да, сейчас? Анонсировали скин на Сомбру. Где? Так, блять, секундочку, если я не... Overwatch Лига видос запустила, в честь Shanghai Dragons. Так, это что, фармить эту херню придется? Так, мне же даже интересно... Либо за жетоны. Ну, я и проговорю, блядь, конечно же, богаче, я, конечно, буду покупать скин, не буду ничего смотреть. Но у меня 800 жетонов есть, я могу купить, но нафига, я... О, кстати, неплохой скин, мне нравится. Я хожу в скинах Парижа. А чё, обновление вышло уже? Так это скрытая обнова была. Кстати, они рейди. Да, я запускаю. А где фармить жетоны эти? Ну, смотрите Overwatch. Ох ты ж, нифига себе. Overwatch колонию Горизонт и Париж удалили вообще из игры. Ау. Чел, ты что? Девелопер апдейты не смотрел? Они же говорили, они вообще... Не-не-не, Overwatch 1 удалили. Теперь они не будут. А почему на разминке на них попадаешь? В квик-реплеях не будет. В квик-реплеях их не будет. В квиках не будет. У тебя микрофон упал куда-то. Да, что-то там не так. Так, ну у меня либо Торбьерн, либо... Джанпах. Обычно я на торбе, но нет, здесь а нужен. А в Аваране ничего. А давай джанка. Нет, торбьер лучше. Баппа. Скамп. Батиста, конечно, да. А Лусио нам не нужен, Лусио. Можешь Дзена, либо Бригу взять. Ранка. Да. Наверное, Бригу, потому что здесь часто дайв играют. Чё ты ещё раз? Я на Батиста её обычно здесь. Вот. Я с этим камнем не так. Здесь? С этим камнем не да. Так. Тебя не прошивают здесь? Так, как раз таки должна прошивать тебя... Там. Любой хипскан, любая пара тебя прошивает просто. В целом, типа, если фара нет, просто... то, наверное, нормально. Ну, нормальный спот? Не, ну, приемлемо, наверное. Проверим. Зачем? Ну, я бы тебя убил. Фара, да, здесь я сразу заливаю сюда. Во-первых,
во-первых, типа фары надо понять, где пойти. Нифига, вот, все, идеально. Ну, это уже небольшая проблема, как бы. Еще бы этот щит усиливал урон, этот урон как рампорт. Пытался эту фигню убрать. Бригитту убрать, щит оставить. Я прожимаю. Погнали. Я пошел к ним на респу. Давай, молодец. Ну куда у них фара? Луська, слышу, по правой стороне идут. Пулю. Броул. Понизу проходит. Бабку, хорош. Райн плавит, обещает на лоу HP. Райна. Зря лоу. Найс. Ханза. Зарька лоу. Зарька одно. Убирай щит. Пулю Зарьку. У них треса где-то бегает, кстати. Вау, я самый важный член. Вообще, треса. Я самый важный член команды, 66 урон. Вау. Так, они ничего не поменяли, да? Да. Лося лоу. Так, знаете, я, наверное, буду чекать банк, чтобы на сверху не пройти. Хомяка пикнули, Сомбру пикнули. Так. Походу голда и... решила научить мяуса. Простите. Что за бой? Ну? Найс. Я хакнули? Бабку пулю. Я на поинт отойду, все нормально. Я пойду на поинт. Бабку пулю. У меня хак. Спасите. Как же плохо я все сделал. Привет. Там бабка уходит. Ладно. У меня бонга готова. А, кстати, вы не против? Давайте поболтаем. Вопрос, мы будем через дайв заходить или через симку ТП? Мы же дайв. Через дайв. Я просто это, да. Пулю. Бол залетает. Пулю что-то резко. Бол лоу. Бонга. Генгу. Меня хакнули. Один. Бол заедет, бол микро по бол. Бол одно. Да вы задолбали, где мне хапкан ставить? А, ну ушла половина. Ладно, я вот тут его поставлю. Налево оставь. Нет, оставь слева. Да поставь его у нас вообще, потому что они влетают, как бы, и в капкан кто-нибудь прыгнет. А, блин. Я его следующий застану. Дай. Сейчас. 3, 2, 1. Ладно. Я хотел только сказать, окно оставь на хил, наверное. Чисто. А, найс. Пулю. Бол половина. Не бу. Найс. Не, нормально. Он лоу HP влетел просто. А, я упал. Я упал тоже. Генгу пулю. Я лоу. Найс. Дива лоу хапаю. Лусио стоит. Стан. Я бабку бью. Генгу. Генгу притянул. Как я обожаю этого японца за яйца тягать. Произведение искусства. Мяус, посмотри. Произведение искусства. Что за произведение искусства? Справа на колонии нарисовано. Упала мина, скорее всего. Сейчас мина будет. Слева. Меня хакнули. Меня скинули. Есть хил в макре? Нет. Аня лоу под мостом. Ванга сдан. Аня лоу под мостом. 20 хп. Лусь его забрать. Так, минус 2. Под мостом Аня лоу хп. Марк номер 2. Ген замёрз. Может быть EP? Не будет. А, стоп, тогда всё. Мяк только. Чё собирается? Не знаю, как... Нет щита. И просто минус 6. Ладно, минус 4 было бы. Ну, не зря я копил этот колодец в игру. Один враг попался в капхан, это когда... А, это когда хомяк не заехал. Представь себе, каково в аркану, когда он 24 на 7 заезжает в капханы. Не знаю, я только представляю его, когда он 24 на 7 в хаке находится.
Ой. MVP мял заебал хак. А вы готовы играть? Да, через Алису. Конечно. Алиса вместе с щитом кидается. Алису написано. Прикрепляйте макаку, да, знаете, как играть с отдачами через Алису? Прикрепляйте макаку к Алису к макаке. И макака прыгает вместе с Алисой. А я думал, Алиса запаковывается вот эту штучку в своего щита и летит. И распаковывается вместе с щитом. Она вешает щит на баскетбольный мяч и сама на него садит и полетел. А, и притяжку в баскетбольный матч? Баскетбольный матч. Матч. Так, чё, я подожду, когда у меня солнце разблочит, чтобы она могла бы... Нет, ты ждёшь фару, я-то уже пройду, а фара дольше. Да, я буду проходить минут секунд 20. Она чё, по мейну не постреляет? Она слева. Мне сказали облетать спину. Через окна. Чего, ага. Окей. Гениально. Не, нормально. Каким образом вы собираетесь в спину заходить, блядь, через... Мы в окна влетим, нормалём. Чш, всё хорошо. Главное, мне... Если я умру, то я умру. Тогда раз вы 20 секунд будете заниматься, я здесь хотя бы позицию займу. Как же это было? Где наша макака? Я не могу. Смотри на... А, вы туда прошли уже слева? Да. Так, готовь сдавать бабу. Раз, два, три. На мне все. Ханза лоу. Сигма хак лоу хп. Сигма минус. Смотри. Ханза лоу. Я в капкане. Мерси арест. Бабку. Мерк лоу. Так, Ханза лоу. Ханза лоу. Вау, как же это было странно. Честно. Я так и не понял, Марки. Мне так спокойно дали залететь. Я что-то тоже спокойно без счетов прошел. Налево. Они просто все на вас... Я вообще не совсем понимаю, нафига мы все пошли влево. Можно было просто по мейну стоять и стреливать. Я не знаю. Ну, знаешь, это сейчас сработало так, что фара на себя отвлекла все внимание. Ко мне просто все полезли. Я готов, бабл есть. Два, три. Сигма хак опять. Макрилоу. Сигма лоу. Сигма минус. Макрилоу. Арису. Арису можно, да. Арису половина. Солт одно. Мерсалоу. Мерсалоу. Минус. Попаду. Попал. Встань. Воу. А он не хак. Таракан. Что? Вау, какая же фара полезная. Не знаю, я лично считаю, что макака закерила. Ты первый поинт как бы отжал, благодаря тому, что ну да. Вся вражеская команда обернулась. Не, тут, типа, я не понял, почему Анка ноль внимания на меня обратила, типа. Типа, она, знаешь, она, наверное, так и думает. Блин, ребят, я вам инфу даю, видите, как эти парни не стреляют. А все, мы же уже это... Ну да. Не, у нас еще третья карта есть. Так, что у нас там было? Холливуд, да? Да, Холливуд. Ну, успеваем. Не, ну камнем по лицу было обидно. В самом начале, блядь, такой, ой, я такой самый верный, иду, оп, хера камень в лицо. Я задний ход на макаке врубил, попал в капкан. Кстати, Марк, ты так и не понял, где я сидел, что ли? Я не понял, ты сверху сидел? И я на статуе сидел. Там на нос, короче, можно сесть на этих двух статуях и с неё прыгать. Короче, мы в Октахоре такое промышляли. Так. В нулевом сезоне. Тут же Броул, да? Или не важно, как человек. Погодите, чуваки, а чё мы всё-таки здесь играем? Я что-то уже забыл. Мы здесь играем даблшит. Просто как обычно даблшит, просто на топ. Тут опять можно джанка взять. Пацаны, дайте... Так, можно? Не прижимайте. Ну вообще реально можно. Я сейчас просто на удачку сделаю и все, и потом вернусь обратно. Если хочешь, то тут на можно. Первый поинт можно. Да, на первый поинт можно. Шелки. Блин, он почему-то не... И вместо Дзена, если они пойдут на топ или дайвом, то в любом случае Брига тоже чувствовал бы себя неплохо. Ну это потом, да, ты, Миша? Да, ну сейчас. Нет. Можно сейчас, наверное. Давайте сейчас. Нет, я нет. Что писал? Я даже уже не помню, что я писал. Я писал сейчас я скажу, что ты да? Писал. Ну, я, значит, плохо. Значит, это ко мне претензия. Ну, забейте. Да, забейте.
Это для второго поинта я писал. Ну так чё, дзен или бригу? Дзен. Написано дзен, значит дзен. Ну, дабл щитом лучше здесь дзен. Тем более под пулы, ты свои ПКМ заряжаешь под пулы как бы. Все, все, я готов. Еще у меня есть вопросик один. Почему мы здесь играем солдат Джанки, если мы здесь играли. Если мы здесь всегда играли. Проблема в том, что. Пара. Пара. Я всегда помню, когда я сидел на трубе и у них появлялась фара, то я просто. Просто удалял по из игры. Да. Меня не было. Нажимаю... Турельки нет, меня нет. Все. В общем, под пулы старайтесь сплэшовый урон наносить. Ну, ой, а что так? У Джанка весь урон сплэшовый, а можно солдатом... барьер чуть левее потом? Раз, два, три. Можно чего сигнать? Вырезаем спину, вырезаем спину. Райан прошел в соло, просто вырезаем всех, кто стоит. Минус Райан. Я видел, что кто-то впереди меня был, я такой думаю, ну если кто-то умрет, я не виноват. Это я был, наверное. Можно пожалуйста? Да, спасибо. Раз, два, три, пу. Ау. Налево идут. Раз, так, если они зайдут в поинт, то прыгаем. Вот к этому проходу, где был. А вот пропускаем их. Бьем Рейна, бьем Рейна, бьем Рейна. Прыгаем. Я не специально упал. Нет, 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 вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нормально. Рейн лоу, Рейн лоу. Они без хила играют. Зарьку, 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 зарьку. Я лоу хп, я лоу хп, я лоу хп, лоу. Лоу, лоу, лоу. Зарьку, 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 зарьку. Аня, зарьку, зарьку. На смарт умирает. Все, Ханза, 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 Ханза. Хил, 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 Батис. Бабка слева, бабка слева, бабка слева. Генжи на поинте один там. Гингу надо. Я отойду. Все, жди, сейчас зайдем. Зайдем реконтест просто. Забери. Генга появился. Хил еще можно. Минус будет? Генга, минус Генга. Зайдем, я зайдем, я зайду. Дальше тебе с другой стороны зайду. Давай, заря без бабла, заря без бабла. Заря в капане. Райнер, Райнер, Райнер. Давай, Райнер, Райнер. Пулю. Я подпушу. Погоди, мне еще штаны мало. Сейчас, сейчас, сейчас. На топ, на топ, на топ. Возвращаемся на топ. У меня бонга готова. Давайте все вместе спрыгивать все же. Вот, вот сюда, вот. Вот сюда. Ну, так и я специально рядом с углом встал. Так, налево сейчас буду заходить, я их за пулю обратно. За пулю? Можем Райана пропустить их пул просто в оставшихся. Давай. Трапи, Рейн, трапи. Рейн, 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 трапи. Давай, забирай. Райн без щита, Райн без щита. Поинт отжали. Ну да, там один тик оставался, что-то. Switch time. Кто же ломает? А, что? Лучка, 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 хорош. Ханза на то, Ханза КП. Генга лоу. Отходим, отходим. Если можем, то отойдем. Да я как-то слева одна. Ты можешь уйти. Нет, ладно, ты не можешь уйти, прощай. Пока Батист. Слушайте, а вы не думали делать? Ходи, 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 я хилю. Марк на топ. Так, а чё, мне теперь надо дай свичиться, потому что... Я ушел, всё нормально. Ты можешь остаться, либо Райна бегнуть. Потому что они в упор в любом случае будут идти к нам, и ты будешь шатры заряжать. Они на КГ. А где сигма? Можно Аню в пейлоде принять. Скинул. Ханза скинул. Найс окно. Ханза в салоне. В доме, в доме, в доме. Все, забей, забей, забей. А, мы что, все сдали, да? Не знаю. Окно, визор. Да. И еще колодец. А дракона. Ну, я чистый под окно прорвался. А драконов мной... и не было. Кто со мной на топ, кто герой? Рикошет. Ой-ой-ой, ёпал. А они что, грав сдали? Нет. Mm-mm. Мне показалось, что как они как раз таки сейчас грав драконы могут сдать. Нет, драконов вряд ли есть. Они сдавали, когда захватывали первый поинт. А. Ну, без генга. Рейн проходит влево. Отойдем, отойдем назад, отойдем на мост, ребят. Давайте на мосту. Они поднимаются, все. Просто выспамливаем. Выспамливаем щит. Блайд. Найс. Идут по мосту. Рейн, 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 Рейн. Рейн лоу, Рейн лоу, Рейн лоу, Рейн лоу. Минус. Выигрывайте, выигрывайте. Ханза слушай, Ханза... Ой, Генга слушай. Меня скинули. Луска, 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 луска.
А Пайлот-то едет? Они ловят. Вы что тут меня решили добить все? Зарька, 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 зарька на байпе. Ингалу. Луська пулю. Где Лусю? Умер. На респе. Поднимаемся да, обратно на топ. Я же фригит не беру, да? Спасибо, Солд. Генджи. Мог попрыгать, подождать. Ну, как хочешь, типа. Ну, Генгу контриш, граф контриш. Ну, можешь и свичнуть, типа. Пулю Рейна. Поэтому я писал, и писал на второй поинт, типа, все подряд. Нет, они пришли. А, соедините, пожалуйста, нашего Батиста, а? Я поднялась. Блин, я и забыл. Ловушка. Nice. Они сошли с... Где они? Они без хилов, ладно, можно забрать. Ладно, забираем их. Они без хилов забираем. У нас как нормальный, да? Ладно. Сори. Сори. Зеру. Давайте. Ну вот, типа, у нас у Фэнглер появился отличный орд. Жизнь моя, это... Крепить. У меня Бонга готов, могу вам на подзарядку дать. Ну, можно. Хотя нам заряжать не практически надо, нечего. Не, давайте подождём... Можем отойти, также окно сдать. Ну, да, вы, давай да. Потом Бонга после визора с окном. Подождите. Отойдём также визор окно сдадим и всё. И здесь уже. Я их буду пулить с моста. Рейн половина, Генжи лоу. Ладно. Я не успел докопиться. А. Ну и я типа снизу. Гигант без дефлекта. Так, они сюда поднимаются. Крайна так, крайна так. У нас гигабайки будет. Я упал. Лиша лоу. Генжи на... Генжи салон. Генжи в баре, да. Зарька у меня. Поинт идет. Зарька. Много чего сдали. Так, я заставлю байтиться на меня, поэтому они не будут тащить поинт. Ну, что-то а, стоп, нифига. Я что-то за временем не посмотрел. Убить. Мы их быстро всех убили и... Я вообще не ожидал, что солдат придет. Я ожидал тут троих убить колодцем, а солдат взял на стиле двоих. Ну, ничего страшного. Солдат стилер, все. Я все жду, когда они по мосту пойдут, чтобы их, это... Бросить? Запулить, да, с моста, чтобы они вниз упали. Когда идти у них не получается. Я такой просто говорю, я отбегаю назад по мосту и такой, блин, ну давайте, идите, тут же корова совсем рядом, примите спуст, ворвитесь. И тут орленок. Синеман Суё! Своё окно ставит. Я такой, думаю... Так, ну если ты берёшь симметру, то я... Ты рэпер. Я знаю, рэпер. Да, рэпер. Слушаем внимательно. Я, в принципе, проходим налево, надо. Заходим в дом, вот, на лестницу. Я оттуда буду ставить ТП в поинт. Тут мёртвый стоит. Не обычным ходом, что ли, другого места? Нет, чтобы мы спам не ловили. Мы сейчас через апарту идем, получается. А да. Спиды когда? На поинт спиды... Да? Спиды да, прямо сейчас? Спиды ну прямо да, сейчас, при... потому что там телепорт я будет не на... Не понимаю, зачем я спрашиваю, когда у меня весь набор персонажей вот этого. Ну, как-то так. А Сигма что? Потерялся? Не-не-не, там Берси была просто. Ну, кстати, реально, я не знаю, что тебе еще пикать, кроме этого. А чем мы не через право играем? А зачем нам через право играть? Сейчас на поинт сразу. Ну, в деревню. А, там ну, еще вот, деревню. Кафе что? Так, ну, так ближе. Так, и безопаснее. Орленок? Угу. Классно, без одного. Блин, я застрял. Подождем, ладно. Пошли. Они топ заняли. Поставил ТП. Уходим. Рейн чарнулся, Рейна можно. Рейн хванит. Найс, ты. Рейн половина, Рейн лоу. Генга. Все резко. Мерка. Рейн. Рейн половина. Аня все еще на топ хилит. Они Генжи один хилит. Рукой. Бабка на топ там. Я сплю, она упала. Я сразу номер 2. Хару берешь? Забрал. Пока нет, смотрите. Окей. Просто пытаемся ТП и врыв сделать. Так, просто подожди, бегайте со мной, ТП будет рандомным. Не хиль я, подхилю. Смотрите, вероятно ТП. Подхиль меня. Ну, у тебя ТП будет... Он
Вероятно, это будет на дальний топ. Прям на дальний. Ок. Пока просто везем телегу. Так, а потом ТП-шимся, да? Да, потом ТП-шимся. Просто стоим рядом со мной и смотрим за мной. ТП из-под навеса можешь сделать, чтобы из-под навеса? Безопаснее. Вот, вот здесь. Вот, вот отсюда, да. Ну подождем, подождем. Кани сейчас ТП-мся. 3, 2, 1. Не, пока. ТП-мся. А ну. Я сплю. Я аккуратно. Рейнчарится. Пал. Генга на мне. Генгу можно. А, не мне просто. Солодик. А почему ты не там? Ладно. Мерсинайт. Зарелоу. Толк минус. Я зря. Вина был. Рейн упал. Блин, меня убило. Райна. Заря. Бабку. Хорошо. Я поставлю тэп на топ, если хотите. Вот так. Вообще, я ставил внизу, чтобы забайтить их, чтобы они пошли на меня. Нет, это плохой байт, ты просто продался. Хай, у нас скрим. Я на тюрьму тэпну сейчас. Подожди, немного, мы скоро закончим. Минут 10, наверное. Подаем поближе. Мерси слипнул. Окей. Не без меда. Меня бьют, меня избили. Рейна. Держам. Ладно, давайте. Мерсиарис, лоу хп. Зарколоу. Рейн лоу. Рейн на спине. Рейн один. Нет уже. Рейн лоу. Нет. Так, я возьму зарю, наверное, будем. Блин, топик. Отходим. Просто проходим по левой части, могу ТП сдать просто, чтобы мы пробежали побыстрее. Надо топ занять. Оп. Ну, можем через топ также просто. Подходим все ко мне и идем на топ. Все здесь? Нет. Мы без Батиста. Ой, Ван. Без Ана. Ладно, извиняюсь. Вы все на месте? Иди ко мне, все сюда, раз, два. Солт минус. Я же сказал, они все уже на топ поднялись. Ну да. Заря лоу. Рейн лоу сейчас поднимется тоже. Винабл. Винга половина. Я бабку прыгаю вниз. Давай. Мне слипнули. Мне уже хил. Я поставлю тап. Марк, помогите. За твой тап. Рейн лоу, манеднутый. Зарьку убить. У нас нету... Липера? Бабку можно. Солд, ладно. Генг наверху. Давай. Нет эффекта. Зарь вышла. Зарь забираем. Слипнул. ТП пока не ломаю, оставляю для хила. А, стоп. У нас все живы, да? Все, забейте. ТП сломал. Потом на топ поставлю. Так, здесь... Чё, топ отбирать будете? Посмотрим. Там. А, но мы не сменили симметрой, потому что еще. Да, потому что мы выигрывали почему-то. Хотя, забейте. Все равно бы здесь я криво уже пикнул. Рейна может забрать, он один стоит. Там слева все. Рейн без щита. Забираем симметру. Ой, Зарю. Зарюку можно. Рейн. Рейн сзади. Я приджал, наверное, что у нас фокус по заре был. Ща, ухам. Я крипикаю. У меня вопросик есть. Когда мы сдадим ульту Рипера? Ну, вот я пытаюсь себе выбить спейс. Рейн без спайр. Мы либо без ульты выигрываем, нет. Я сейчас Аню отвлекал. Они здесь. Ну, ТП делай, и я тебе бабу выиграю. Я крипик. 3, 2, 1. Заря спина. Я проебался. Рейна. Солдат гравит.
У меня хорошо. Заряд справа, заряд справа. Заряд спина. Заколол. Будешь отдавать? Не надо, то, без ульта, все. Сори, проебал. Лейт, а вот сейчас. Да. Рейн с шатром. Рейн, вас Рейн пришел. Рейн, один. Где Люся? У них типа соус сильно душит или что? У меня вся половина. Граф должен быть, да? У них и шатр должен быть. Летишь на шерте? Шатр готов. Олд на сломай щит, сломай щит. Ломаю. Зарю, где граф должен? Я съел граф. Прыгни в соулдик. Он ушел. Зарь плохо, бэ. Мерка лоу. Мерка. Ладно, мерка отрыв. Минус. Рейнер. Генга одно. Погоди. Блин, чё-то не убил. Я крафт съел. Мне кажется, или вражеский Рейнхард черный. Опа, откуда у них граф? Заря. А, у них была заря? Да. А, да, у них была заря. Что-то я съел граф ее. Нет, просто у них рейн черный, ну крал граф. Не, рили. Просто броня серебристая, я смотрю, у них Рейнхард едет, и он черный. А у меня пейл этот черный приматовый прям перекрасился. Странно, это что? А я белый. Это что, игра курнула и это? А мы я что, белый. Карты... Их... И не белый. Ну, вроде их третья карта есть. Вы услышали, да? Нет. А я белый. Опять не услышали. Я белый. Не слышно. А я белый. Не слышно, Марк. Я чуть не сказал, черные ходят белыми. Или белый ходит черными. Блин, как же они... Как же они... А чё тянет на эти карты? Какие карты у них? Ну, у нас самые популярные. Лицкам. Два скина Сан-Франциско. А я так и не посмотрел, как это поставить по-человечески. И, кстати, Сомбров с голой скинкой прикольно. ТП на саду? Вот ты видишь камень, который по центру? Не, я про другое. Я про ТП, которое новое у нас на командном центре. Я его криво поставил в тот раз. И не посмотрел, как надо ставить. Угу. Здесь я вспомнил, как ставить. А, погоди. Погоди, а мы здесь разве не дайвом играем? К сожалению, нет. Почему-то людям не нравится эта идея. Потому что мы лузы, блядь, когда играем. Потому что мы играли здесь только против мандалорцев, и то и уходили 80-90, как бы. Хватит играть с мандалорцами. Как бы, я не вижу, типа, проблему в нашем дайве. У нас хороший дайв, и мы начали, как бы, использовать нашу сомбру по максимуму. Мы почему-то начали отказываться именно в этот момент от дайва. Когда по норму. Потому что играем против мандалорцев 50 раз подряд. Мы можем через дайв пойти, а можем через симку. Но здесь дайв чаще всего побеждают, потому что, ну... Там турель дайвит по... Я сплю. Короче, пикаем дайв, всё, пофиг. Погнали дайв. Нет, сад можно отыграть через дайв, это вот все остальные скамовые карты. Я через левый фланг прокатываюсь в бэклайн, ну, я думаю, они телепорт поставят, следовательно, мне придется большой круг делать. Я вам спиды сдам, потом мерчу пик. Ок. Ой, я вам ТП поставлю, потом солнце. Да. Да ладно, мерка успеет прицепиться. Я просто вверх же вначале лечу. Буду высматривать, чтобы скинуть кого-то. Да, они телепорт хотят сделать. ТП в поинт. Готовы заезжать? Нет. Да. Рейнхак. Раз, два, три.
Аня половина, Аня лоу. Аня лоу, Аня лоу, Аня лоу. Бабка без нида, бабка без нида. Лишь лоу, лишь лоу. Я облетать. Заезжаю. Генгар там лоу, симметра лоу. Турельки сломайте его просто. Турели минус, дива лоу. Дива лоу. Дива демек, Генгар половина. Я лоу хп. Аня пришла, ты просто еще не сломали. Хп сломай. Есть. Ну, потому что... Бабку, 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 бабку. Хорош. Они без бабки. Чарик на пен кинул. Имбру, хорошая рейна. Лучка. Выбеди его пол хп. Выбеди его пол хп. Генгу забрать. Генга одно. Лещо хак. Дива лоу, дива лоу. Дива, 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 Бабку, 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 бабку. Она закрытая. Симка лоу, я в стане умер. Симка лоу. Бабка мертва. Рейна? Сори, то, что ТП не сломал, но у меня постоянно почему-то мерка открепляет, стала... Чего происходило? Почему так много хила надо было? Меня не было с тобой, я жил. Он меня воскресил. Нет, она меня воскресила сейчас. После этого? Нет, в самом начале. Я хочу облететь, и типа мерка открепляется, я думаю, ну хилит, ладно, типа чуть ли не начало файта. Право будет. Не знаю, я скину, да? Если что. Если в поинт, то это... Слева ТП. Не должен зайти. Я за ними буду. Есть бараш. Готовы? Пароль. Только я умер. К сожалению. Второй ряд сломал. Рейн лоу. Рейн лоу, Рейн лоу. Симка с другой стороны. Выбеди лоу. С другой стороны. Симка. Симметра, да. На один. Симка мертва. Я пару мертву, пару мертву. Да? Шел на да? Так, а чё, Рейн Харт? Симку не свечу. Я к ним поближе подъеду. Это есть. По мейну справится. Я справится по мейну. Прилоу. Прилоу. ТП телепорт под тебя, под тебя. Да. Можем сзади напасть. Я за тобой. Боже. Аня хак, лоу хп. Аня минус, смотри лоу. Бэдди лоу, бэдди лоу упала, лисе лоу. Лисе лоу. Симметр, симметр, симметр лоу. Симметр один, симметр два. Я шатр словил новый. У меня лоу. Прощай. Прощай, да. Чё-то, чё-то у меня реально чувство, как будто я должен уже привыкать без мерки летать. Что за... Зена будет ещё хуя вести. Это я про другое. Да, лево двое. Сорян, хомяк, но сегодня без... Лево на пойнте. Телепорт на пойнте. Я скинул вроде. Или нет? Просто сломал. Дива, и хомяк. Лоу, победила. Я у них, короче, застагерил симметру, она в телепорт не попала. Я случайно упал за карту. У них такая симметра думает, ну, сейчас поставлю, короче, телепорт в окно, зайду туда, и такой хомяк, я так не думаю. О, нет, нет, тут еще можно так играть. А вы еще мы будем так же... Ну, мы можем это же отыграть. Ну, можем эту карту. Нет, хорошо, давай, смотри. Начнем с, типа, со скарма, а потом с лично вот этого. Ок. Батиста. Нет. Вы же последний ТП сломали, который был в окно, Батиста. Да? Ну, я вначале скинуть хотел, но что-то никто не пришел. Вот, я типа такой думаю, что она прибежала, и так они тэпаются, и просто на меня смотрят такой, да пей. Скампомп, да? Угу. Еще и карта скам. Блин, я тут спиды понерфили или я не почувствовал? Скинула кого-то. Тимка. Рейна, Рейна. Найс. Найс буп. Только Рейна скинула, причем. Рейна. Рейн. Диву. Мини-диву. Сейчас набью. Ломает это. Солда можно. Пусть его Марка, спаси. Я за апкой иду.
Что за буф? Просто. Нет. Но у них ТП секунды на 2 медленнее. Ну, не забывайте по напольте. Не, вообще, я не знаю почему, но даже в Мандалорцах ТП ставят медленнее. Я не знаю, в чем у них проблема, может, но... Может, мы просто... Заговорились, ребят. Рейн лежит, Рейн лежит, Рейн лежит. Рейн, я вот так спасибо. Так, короче, вспоминаем то, что мы должны стоять в поинте, ребята. Ну, либо в поинте, либо зажимать. Либо до конца дожимать, да, мы опять по центру встали. Я... Да только... Забирай Рейн, забирай Рейн, забирай Рейн. Аккуратно. Он там с этой командой. Только я могу в проходе стоять с кем-то одним, а вы все. Вот так опять будет. Да, я понял. Почему мы опять отходим? Рейн один, да, почему вы опять отходите? Потому что а какая разница? У нас два варианта, ребят. Либо выжать их и не дать из-под просто ТП проюзать, либо стоять на поинте. Туда. Сейчас мы должны были проигрывать. Да. Зря лол. Мы просто на скилле сейчас вытащили. Так, Терми, определяйся, как бы, либо поинт, либо проход. Я почему мы не можем просто типа понять, что если стоять типа на поинт, просто отходить к поинту? Просто не уходить вот. Легче где-то стоять в одном месте, нам не надо мы бегать успеем, туда-сюда. Мы не успеем туда-сюда, пошлите на поинт. Ты понимаешь, то, что они, у тебя... Они снова хотят поставить. Не, они обходят снаружи. Мы все забираем. Отойдем, я под банкой. Не, можем вы... Не надо. Есть. Ладно, забейте. Произошел. А почему здесь один? А вот так, потому что бежать. Там зарьку, зарьку можно забрать, зарьку можно забрать. Лучок на топе пока. Я потому что на чарже вернусь на поинт, вы-то можете стоять. Куда нам стоять? Нам не надо стоять. Так, стоп, вот здесь я просто говорю сразу четко. Либо поинт, либо проход, все. У нас больше нет вариантов. По центру стоять это опять просто умирать, либо отдавать поинт. Я согласна, мы не успеваем даже под спидами. Либо не контролить туннели, а дать весь спейс в хлам. Ну и? И что? Мы стоим в поинте, нам плохо от этого? Когда мы в поинте стоим, выход для 6 ТП для них классная идея. Весь спам. Типа мы их просто ловим, типа пока они там падают и все. Раскрывается ТП, туда уже летит. Ну так это лучше, чем половина команды в поинте, половина команды бежит. Типа. Ну так если они видят, что никто их не встречает, они и ТП сдавать не будут. Какая разница? Ну они пройдут по мейну и что? Нам от этого плохо, что ли? Они могут распитаться, а у нас мы проблемы стоим с вниманием, так что поэтому я и предлагаю. Чтобы... Нет, так гораздо хуже становится. Внимание еще меньше. Потому что они по мейну, потом надо развернуться налево, и бежать. Налево, все налево. Первый, да, все налево. Налево. Просто налево. Я хочу, чтобы больше такого не было просто. Все. Через серваки. Как бы... Ребят. Да, через серваки. Ребят. Чё? Может мне взять Сигму? Как Мандалорцы играют? Нет. Так мы пушим. А не спамим. ТП потом спины. Да? ТП будет через секунду. Отработаем, потом может всякие появятся. Блин, упираемся в стену. Да, криво. Да я же сказал, я не посмотрел, типа, как это делается по-человечески. Рейнл. Лампа все равно быстрее, типа. Рейн до щита уже. Ну, Крис справа лоу. Напор. Рейн лоу. Рейн до щита. Бабл через секунду есть, бабл. Зарь. Пропушим. Сол сзади на миге. Лусь одно. Бабл есть. Я лоу хп. Мы разделились. У нас сол сзади. Нет, уже спили. Отходим. Нам. Класс. Еще и рипка на солдаты. Надо было, наверное, дожимать все уже. Ладно. Все на месте. Проходим. Рейн на статру должен быть готов. Особенно. Пройдем серф? А, ладно, они перетянулись. Добить. Они все здесь. На поинт? Да, в поинт. Сломай щит. Найс. Нет, бабло. Райн без щита. Давай забирай Райна.
Он опять просто меня пушит. Нано. Ее карта для Рейнхарда наконец. Спама не хватает. Ну, спама хватает, ты просто что-то торопишь. Типа Райн без щита так и стоит. Он просто убирает его. Его вывезло Нано на последних. Куда больше урона? У меня такой вопрос. Ну, потому что, блядь, мы убираем на ДД, блядь. Ничего не понял. Он уже фуловый. Райн без щита, опять. Все лоу, все лоу. Люся, за... Ушел. Люся, а хватит жаловаться во время игры, пожалуйста. Насчет пика, типа, до этого можно было все обговорить, по большей части. Идем поджимаем. Пошли, да, жать. У нас есть чем вообще? Да, у нас есть. Я билками просто. Дайте им тогда выйти из чуолка вот этого, и тогда окно. Ну, выйти, дайте им, потому что они скрываются. Они налево? Так, давайте я пройду. Нет, они просто все здесь можем выжить. Бабов нету. Тем более Райнхард отдельно от всех стоит. Дайте им пройти, мне класс памяти на ритм. Просто от угла играем. Что там может быть? Рейн, кажется. Рай на дно, рай на дно. Забираем за арку, лоу HP. Нет, крик. Пройдем. Отходим. Все. Ладно, забейте. Все, отходим. Все, тихо, у меня щита нет. Я буду в порядке. Ну, бабки, может быть, Нано готова. Я лох пэм. Я просто стенку поставлю в этом файте. У него шатра есть. Опять дилетант. Райн проходит. Шатра есть. Райн без щита уже. А, сейчас да. Райн одно, Райн. Хорошо, хорошо. Есть бабл. Нет, мне сдали, меня сдали. А, я запрошел уже, забейте. Офигел. Ну, турельки стоят, это главное, как бы, да, живите. Репер. Я бегу. У них Аня токсик. Чуть глубже это. Примерно. Макри лежит слева. Рейна. Просто добираем граб. Солдик сзади у нас. Забираем на просто, забейте. Забираешь бабку? Пусть. Да, солда забираем теперь. Отходи. Не наш. А у нас понки наш. Давайте надо убирать. Держите проход. Все, Райн половина. Вначале надо было просто граб добрать. Все нормально. Райн едет. Там лучок едет и Райн. Ну все. Не беспокоимся. Вначале все равно надо было графу разобрать просто. Пофиг на солдика. Что сделал пингу? Я ж такие графы хорошие. На Рейне. Ну да, просто пошел. Ну чисто типичный Райнхард мейн, он ненавидит симметру. Так, Марк, теперь давай говори, что ты хотел. Рипер хуйня. Почему? И что ты тогда хочешь взять? Потому что у нас ДДР. У нас урона больше, чем у них. У них щит падал гораздо раньше, чем у нас. Да, но дело не в щите, потому что у них два ДД стоит на офф-флангах, и они спокойно настреляют в саппорт наш. Здесь не так много проходов. Ну, типа, здесь, типа, он оставляет их просто 5-6, и что? Ну, поинт забрал. Мы всех пятерых забрали. Он, типа, много спейса дал этим? Не думаю. Мы выиграли. Забрали пятерых, забрали солдика. Типа, когда кто-то один проходит бэклайн, то это только шанс для нас просто пропушить пятерых. А потом, если что, сбегаем за ним. Что он нам сделает? Ой, скин на сомбру добавляем. Блин, и чё, наш скрим сейчас это делитнется? Делитнется. Я только хотел посмотреть, как...